Сейчас в мировой аэрокосмической промышленности можно увидеть множество различных проектов ракет-носителей. Причем в диапазоне от американского сверхтяжелого SpaceX Starship массой 5000 тонн до сверхлегкого южнокорейского Perigee Blue Whale 1, полная масса лишь 2,2 тонны. Какие-то уже находятся на разных стадиях готовности, какие-то все еще остаются на бумаге. Ко всему этому добавилось немало проектов двигателей различного уровня сложности. Метаново-кислородные, керосиново-кислородные, водородно-кислородные, ЖРД, твердотопливные двигатели. Плюс конструкторы все чаще присматриваются к гибридным ракетным двигателям, в которых одновременно используют твердые и жидкие компоненты топлива. Например, парафин плюс жидкий кислород. Однако во всем этом разнообразии все чаще проглядывает одна конструкторская тенденция, которая стала популярной благодаря SpaceX, мировой лидер на рынке запусков, и Rocket Lab, более 30 запусков сверхлегкой ракеты-носителя «Электрон» с 2017 года. Начало увеличиваться количество двигателей на первых ступенях. Появились уже десятки проектов ракет, которые насчитывают по 7-9 маршевых двигателей. SpaceX Falcon 9, Rocket Lab Electron, Rocket Lab Neutron, Blue Origin New Glenn, Firefly Beta, Antares 330, Ariane Next, и этот список можно продолжать и продолжать. Этот подход позволяет получить необходимую тягу с помощью большего количества не самых мощных двигателей. Как у SpaceX, которой на своих Falcon пришлось пройти долгий путь от Merlin 1A до нынешних Merlin 1D+. Тяга увеличилась от 35 тонн до почти 90. Кроме того, сейчас во многие проекты ракет-носителей все чаще стараются закладывать возможность многоразового использования первых ступеней. Однако подобная концепция все еще требует немалого количества двигателей, минимум 5, причем один из них желательно разместить в центре такого пакета. Хотя некоторые компании в своих разработках уже пытаются отойти от этого невольного стандарта. В прошлом ракетостроители старались не множить количество двигателей на первой ступени. Чем их больше, тем выше риск отказов и проблем, о чем свидетельствует опыт советской лунной ракеты N1 с ее 30 движками. У нас на канале о ней выходил шортс, можете посмотреть. Хотя есть и примеры успешных ракет с большим количеством маршевых двигателей. Можно вспомнить Saturn A8 Rocketdyne H1 и Proton, на котором 6 RD-253-275. Но в свое время они все-таки больше были исключением из правила. Почему же сейчас так активизировался процесс перехода к многодвигательным конструкциям? Ну а возможности получить большую суммарную тягу уже было сказано чуть раньше. Кроме того, современные системы контроля качества и методики предварительных испытаний позволили повысить надежность ракетных двигателей. Плюс интенсивное развитие кибернетики и электронных систем дало возможность эффективного управления большим количеством двигателей одновременно и в различных режимах, вплоть до возвращения и посадки ступеней. Это доказано SpaceX, ее Falcon 9 и Heavy. Сейчас попробуем собрать в одном видео немного общей информации о некоторых проектах многодвигательных ракет-носителей, в основном легкого класса, с выводом до 2 тонн груза на орбиту. Тем более, каждая компания прошла свой путь в этом направлении. Где-то сразу сделали ставку на большое количество небольших двигателей, а где-то пришлось поумерить свои амбиции по части создания мощных ракетных движков, где-то сработал стереотип скопировать удачную концепцию и добиться успеха. Как в одной компании из РФ, которая сначала работала над проектом твердотопливной легкой ракеты, но после разрыва отношений с южнокорейским партнером поспешно пообещала принципиально новый проект частично многоразовой ракеты-носителя, которая выглядит тупо как уменьшенный вдвое Falcon 9. Итак, первая в списке наших сегодняшних участниц — ракета-носитель RS-1 компании ABL Space Systems из США. Наглядный пример, как конструкторам пришлось постоянно пересматривать свою концепцию простой и недорогой ракеты, главным образом из-за отсутствия достаточно мощных ЖРД. Первая версия была разработана еще в 2017-2018 годах в сотрудничестве с компанией Ursa Major Technologies, которая должна была поставлять керосиново-кислородные двигатели закрытого цикла, Ripley, тяга от 16 до 23 тонн, и Hadley, 2,3 тонны. Общая концепция — два Ripley LRE на первой ступени, суммарной тягой 32 тонны, и один Hadley на второй ступени. Вывод на орбиту — 650-800 кг груза.
Однако вскоре ABL Space Systems развела Sursa Major Technologies и занялась разработкой собственных двигателей. Так появились проекты керосиново-кислородных ЖРД открытого цикла И-1 тягой до 19 тонн и И-2 до 6 тонн. В итоге в 2019 году появилась обновленная концепция более мощной ракеты РС-1. 3,1 на первой ступени с суммарной тягой до 57 тонн и 1,2 на второй. Вывод от 900 до 1200 кг груза на орбиту. Однако этот вариант тоже затормозил, так как проект более мощного И-1 далек от завершения. Пришлось сделать ставку на И-2 и пойти путем размножения двигателей на первой ступени. В итоге нынешняя версия РС-1 уже записала на свой счет неудачный запуск 10 января 2023 года, выглядит следующим образом. 9,2 на первой ступени, тягой около 50 тонн, 1,2 вакуум на второй, грузоподъемностью до 1350 кг. Кстати, на некоторых фотографиях можно увидеть, что топливные магистрали в первой ступени РС-1 разделены на три группы по три линии в каждой. Действительно выглядит так, что ракету изначально создавали под три более мощных И-1, а потом срочно переделывали под 9,2, не меняя при этом общей конструкции. Скорее всего, именно поэтому на РС-1 все 9 двигателей размещены по периметру с пустым местом в центре. Не исключено, что позднее ABL Space Systems попробует все же реализовать предыдущий проект РС-1 с тремя движками И-1, если их наконец доведут до ума. Второй сегодняшний участник — ракета-носитель Terran-1 компании Relativity Space из Соединенных Штатов. Этот проект часто оказывается в центре внимания, так как Relativity Space участвует в неофициальной борьбе за первенство со SpaceX и китайской компанией Land Space Technology Corporation, кто первым осуществит успешный орбитальный запуск ракеты с метаново-кислородными двигателями. SpaceX продвигает сверхтяжелый Starship, масса 5000 тонн, тяга 7,5 тонн и вывод свыше сотни тонн груза на орбиту. У Land Space уже 14 декабря 2022 года состоялся неудачный запуск средней ракеты Jutsuya-2 массой 216 тонн на первой ступени 4 ЖРД открытого цикла TQ-12 с суммарной тягой 268 тонн и вывод на орбиту до 4000 кг. В Relativity Space же решили начать с малого, легкой ракеты Terran-1. Она конструктивно во многом повторяет SpaceX Falcon 9 и Rocket Lab Electron, 9 метаново-кислородных ЖРД открытого цикла Aeon-1 на первой ступени, 1 в центре и 8 по периметру, общая тяга до 95 тонн, 1 Aeon-1 Vacuum на второй, 11,5 тонн тяги. Расчетная грузоподъемность не менее 1500 кг, а ожидаемая дата запуска — первый квартал 2023 года. В отличие от ABL Space Systems, в Relativity Space пока не было метаний с разными версиями Terran-1, а есть определенный план действий, которого компания старается придерживаться. Первый этап — разработка относительно небольших и простых ЖРД открытого цикла Aeon-1, тяга 9-10 тонн, и создание переходной версии Terran-1 с 9 двигателями на первой ступени. Второй этап — работа над проектом гораздо более мощного двигателя ANR, тяга в пределах 110-120 тонн. После нескольких запусков переходного Terran-1 ожидается радикальное обновление его конструкции. На первой ступени вместо 9 малых AN-1 появится один ANR. Все это со временем должно стать основой для проекта средней ракеты-носителя Terran-R, способной выводить до 20 тонн на орбиту, минимум с 7 маршевыми двигателями Aeon-R и с возможностью возвращения первой ступени на Землю. Далее в списке у нас ракета-носитель Daytona компании Phantom Space Corporation из США. Этот проект напоминает продвинутую версию Rocket Lab Electron с более мощными двигателями. Легкая ракета, способная вывести до 450 кг на орбиту. Интересно, что двигатели для Daytona производит Ursa Major Technologies, та самая компания, которая раньше не слишком успешно сотрудничала с ABL Space Systems. Предварительная версия этой ракеты-носителя выглядела следующим образом. Масса 13,3 тонны, 7 двигателей Хедли на первой ступени общей тягой 15-16 тонн, в то время как у Electron масса 13-14 тонн, а тяга 9 ЖРД Rutherford около 19 тонн, которые позднее довели до 22.
Сейчас же идут работы над обновленным проектом Daytona. Полная масса 18 тонн, 9 Хэдли на первой ступени, тягой до 20-21 тонны. То есть, по сути, те же показатели, что и у Электрона. В целом, Phantom Space Corporation идет тем же путем, что и ABL Space Systems, только в обратном направлении. Если в случае с RS-1 пришлось все время увеличивать количество двигателей, то оппоненты решили начать с большим букетом малых двигателей, а уже потом создать новую ракету с более мощным ЖРД. Во всяком случае, уже запланированы два следующих этапа развития проекта. Сперва состоится модернизация Дайтона с одним двигателем Рипли вместо 9 Хэдли. Затем должна прийти очередь наследника, который получил название «Лагуна», с тремя двигателями Рипли по 22-23 тонны тяги каждый, суммарно 65-70 тонн. Что из этого получится, сказать трудно. Придется подождать запуска первоначальной версии Дайтона с 9 Хэдли, который предварительно запланирован на конец 2023 года. В Европе решили больше не зацикливаться только на двух ракетах-носителях «Ариан» и «Вега» и запусках «Скуру» в Южной Америке. Уже начали появляться разные проекты небольших ракет-носителей, которые можно запускать и из других точек. Есть варианты Saxa World Spaceport – Шетландские острова к северу от Шотландии, Sutherland Spaceport – север Шотландии, Annøya Space Center – остров Annøya, север Норвегии, шведский S-Range – возле Кируны. Появились предложения по созданию таких небольших космических центров и на Канарских островах, и на Азорских. Британцы также решили возродить свои традиции ракетостроения, причем некоторые проекты стараются реализовать с помощью относительно простых технологий, как компания Skyrora Limited, которая создает ракету Skyrora XL по мотивам давнего Black Arrow, имевшая два орбитальных запуска в 70-м и 71-м годах. На первой ступени Skyrora XL установлены 9 GRD Skyforce, общая тяга 64 тонны, которые работают на смеси керосина и перекиси водорода, как в прошлом двигателе Gamma-8 на Black Arrow. Ее расчетная грузоподъемность составляет до 325 кг на полярную орбиту. К этому можно еще добавить проект компании Orbital Express Launch Limited или Orbex, легкой ракеты-носителя Prime, 6 GRD на первой ступени, использующая топливо биогаз плюс кислород. Она способна выводить от 150 до 200 кг на орбиту. Далее у нас ракета-носитель Spectrum компании Icer Aerospace из Германии. Удивительно, что сейчас Германия очень серьезно занялась вопросами ракетостроения и уже запустила несколько разных проектов. Порой складывается впечатление, что подобной активности не было со времен Вернера фон Брауна. Компания Icer Aerospace ведет работы над ракетой Spectrum легкого класса. Должна выводить до 1000 кг на орбиту с пропаново-кислородным ЖРД открытого цикла. 9 Акилла на первой ступени, тяга до 70 тонн, и 1 Акилла Vacuum на второй, 9,5 тонны. Известно, что в этом проекте принимают участие специалисты и студенты Мюнхенского технического университета. Первый запуск Spectrum ожидается в 2023 году на норвежском Annøya Space Center. Возможны также запуски Spectrum Skuru. Уже есть сведения, что для этого будет переоборудована старая стартовая площадка, с которой в 70-75 годах запускали французские легкие ракеты-носители Diamant. Ракета-носитель RFA-1 компании Rocket Factory Augsburg из Германии. Проекты Icer Aerospace и Rocket Factory Augsburg похожи, и Spectrum и RFA-1 оснащены 9 GRD на первой ступени, плюс высотная версия того же двигателя на второй ступени. Но отличий тоже немало. Во-первых, RFA-1 использует классическую топливную пару из керосина и жидкого кислорода. Во-вторых, двигатели Helix являются GRD закрытого цикла. Кстати, турбонасосы для них были заказаны на украинском Южмаше. В-третьих, RFA-1 заметно мощнее, чем Spectrum. 9 маршевых Helix должны давать суммарную тягу от 90 до 100 тонн, благодаря чему ракета сможет выводить на орбиту до 1600 кг. По предварительным планам, первый запуск RFA-1 должен состояться в течение 2023 года, опять же в Норвегии, в Annøya Space Center.
Как и в случае со Spectrum, возможны также запуски из Куру. Если принять во внимание, что на RFA-1 и Spectrum можно выводить на орбиту от 1000 до 1600 кг груза, то эти ракеты-носители теоретически могут со временем занять нишу старой версии Vega. Она выводила на орбиту до 2,5 тонн, а сейчас вытесняется более мощной Vega-C грузоподъемностью до 3300 кг. И это далеко не полный перечень проектов многодвигательных ракет-носителей, которыми сейчас занимаются почти во всем мире. Можно вспомнить Latitude Zephyr 9GRD на Vie, керосин плюс кислород и вывод до 100 кг на орбиту, которая является французским аналогом Electron. Идут работы над проектом испанской компании PLD Space, частично многоразовая ракета-носитель Miura 5, 5GRD TPRL-C на первой ступени общей тягой 95-100 тонн, топливо керосин плюс кислород до 900 кг на орбиту. Сейчас испанцы реализуют промежуточный проект — суборбитальная ракета Miura 1 с использованием двигателя TPRL, первый запуск, который ожидается в марте 2023 года. Немецкая компания High Impulse Technologies занимается проектом ракеты-носителя SL-1 с применением гибридных ракетных движков — парафин и жидкий кислород — на всех трех ступенях. Сейчас готовятся испытательные запуски суборбитальной ракеты SR-75 с гибридным двигателем HyPLOX-75 тягой 7,5 тонн. За пределами США и Европы можно еще отметить проект индийской Agnikul Cosmos Private Limited, которая создает свой аналог Electron. Ракета Anjibaan массой 13 тонн должна выводить на орбиту груз до 100-150 кг. Только индийцы планируют использовать меньше двигателей. На первой ступени должны быть 7 небольших керосиново-кислородных ЖРД Ignite в сумме на 17-18 тонн тяги. Очевидно, что далеко не все из перечисленных проектов ракет-носителей будут реализованы или станут успешными. Что-то так и останется на уровне демонстрационных макетов, что-то провалится на стадии испытаний, что-то заглохнет после банкротства, как это произошло с компанией Vector Space Systems, что-то застрянет в серии неудачных запусков, как у Astra Space, когда одна ракета еще перед стартом была уничтожена пожаром, а из 7 орбитальных запусков различных версий Rocket успешным стали всего лишь 2. Но сам процесс действительно интригует. Какие конструкторские решения могут появиться, какие именно проекты окажутся успешными, как будет в дальнейшем развиваться рынок запусков легких ракет и так далее. Не факт, что крупные игроки будут игнорировать это направление. Некоторые такие небольшие проекты уже получают поддержку со стороны компаний вроде Lockheed Martin или Ariane Space, которые готовы использовать их как своеобразный испытательный полигон или демонстратор технологий. Друзья, сегодня мы в основном говорили с вами о количестве двигателей, но у автора сценария к этому видео, у Павла Скобленко, есть еще материал и о количестве ступеней. Так что, если вы хотите, чтобы мы выпустили и такой ролик, пожалуйста, напишите в комментариях «Хочу видео про многоступенчатые ракеты». Также можете оставлять в комментариях название компаний-фаворитов из списка тех, которые я сегодня перечислил. Не забывайте, пожалуйста, ставить под видео лайк, подписываться на канал и бить в колокольчик. Это очень помогает продвигать наш проект Альфа Центавра. Отдельно я хочу поблагодарить наших спонсоров с YouTube и Patreon. Это люди, которые ежемесячно отправляют нам небольшую, ну или большую сумму через названные сервисы. Они получают ранний доступ к вот таким вот видео, к еженедельным дайджестам, которые выходят на канале по субботам, ну и некоторые другие эксклюзивы, которые на канале вообще не публикуются. Список этих замечательных людей вы сейчас видите на экране, а присоединиться к их числу, как всегда, можно по ссылкам, которые я оставлю в закрепленном комментарии, да и в описании они всегда тоже есть. В любом случае, огромное вам спасибо за внимание и за поддержку. Ну и не забывайте, пожалуйста, главного, мы не можем приблизить звезды к вам, но мы можем сделать вас ближе к звездам.